Здравствуйте, девушки. Передо мной команда с таким красивым названием Sunrise Санкт-Петербург номер 2. Это продолжатель нашей славной, как бы, питерской, как бы, можно сказать, дружины фигурного катания синхронного. Наверху которой этой пирамиды стоит команда Paradis, двухкратный уже чемпион мира. И вот сейчас, как бы, подрастает еще поколение новое. Это, как бы, смена, я так понимаю. Именно смена, как бы, для этой команды, чтобы было постоянное обновление. Эта команда очень сильная. Команда выиграла первый спортивный разряд. Стала победителем финала Кубка России. И вот сейчас мы предоставим слово, я думаю, капитану команды. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дарья Киселева, и я капитан команды «Sunrise 2». Ясно. А какую цель ставили здесь? Победить или какую-то другую цель? Именно на этих соревнованиях мы ставили цель себе эмоционально прокатать программу, чтобы она запомнилась нам на много лет вперед. Чтобы мы закончили сезон очень на хорошей волне. А кто еще у вас капитан команды, которому, может, как раз может рассказать? У вас два капитана команды, да? Да. Кто еще? Вы, да? Расскажите, пожалуйста, представьтесь тоже. Меня зовут Василиса Писарякова, я второй капитан команды «Sunrise». Ясно. Расскажите, пожалуйста, о ваших программах тогда. Наша программа поставлена по мультику Тима Бёртона «Труп невесты». Мы здесь играем зловещих существ из иного мира, и мы очень любим и ценим эту программу, потому что она нам приносит невероятные эмоции. Ясно. А что скажет тренер, доволен ли он построением команды? И представьтесь тоже. Здравствуйте, меня зовут Шкирин Татьяна Георгиевна, тренер команды «Sunrise 2», «Sunrise 1». Мы довольны нашим сегодняшним прокатом, мы довольны тем, что мы провели очень хороший сезон в этом году, и мы с достоинством его закончили. Ясно. А у вас еще второй тренер есть тоже, да? Это? Да, да. Тоже представьтесь. Тоже так, представьтесь. Меня зовут Говенко Наталья Александровна. Я второй тренер команды. Ясно. А, то есть можно сказать, что у вас в Петербурге фигурное катание развивается, или все-таки есть какие-то проблемы у нас? Вот, конечно, по развитию синхронного фигурного катания. Тяжело? Помогает вам развивать? Помогает развивать. Нас очень поддерживает наша школа фигурного катания. Ну и результаты налицо. А можно сказать, что вот все ваши победы, все-таки достижения, вот все-таки наших вот группы «Paradis», в частности, Ирина Оксана Яковлева, что вот она много делала для развития, и вот добилась того, что вот, как бы, не только эта команда появилась, но и целая система команд. Бесспорно, мы сами с Татьяной Георгиевной много лет катались в команде «Paradis». Опыт получили. Очень большая заслуга Ирины Александровны. Можно сказать, что это тоже подарок ей, это победа тоже, да, как бы очередная. Начинаем ваша победа. Ясненько. А что скажут девочки молодые? Вот, допустим, вы что-нибудь скажете, нет? Тяжело пока, да, сказать? Ну, кто самый смелый из молодых девочек? А? Кто мы, девочки? Давайте хоть кому-нибудь сказать из молодых. Кто у вас самый смелый? А? Давайте, ну, скажите вы немножко, да. Ну, несколько слов просто скажите. Давай, девочка. Ну, просто скажите ваши эмоции. Эмоции какие вы переживаете на льду? Вот как вам, понравилось, не понравилось? Какая атмосфера, да? Страх мы призываем к зрителям, чтобы они поняли... Ну, правильно, эмоции вы... Чтобы, ну... Какие эмоции вы должны были показать? Какие? Показали. Да? Ну, вы довольны остались, самое главное, довольны? Да. Да. Можешь сказать, что у нас смена есть, и что вы, как бы, даете понять, что девочкам из «Paradis», то, что вы будете им конкурировать и готовы? Мы в одной команде. Да? Готовы им помогать на смены пойти? Мы с «Paradis» мы не будем. Не будете конкурировать, но помогать им? Помогать. А помогать-то будете вы? Ну, я имею в виду смены. Я думаю, девочкам, не самому «Paradis», а девочкам, что вот вы готовы выступать тоже, я думаю, брать-тете. Правильно? То есть подстрахуете? Подстраховка есть? Такая сильная, да, можно сказать? Ясно. Ну, тогда вам удачи, чтобы у вас все получилось. Вы молодцы. Так что давайте помахайте вашим приятелям всем. Давайте поддержим всех. Всем, кто болеет. Все. Спасибо большое вам. До свидания.